Сьогодні ми зустрічаємося із Ольгою. І така у нас вже традиція з'явилася. І зараз чекаємо, надіюсь, вона підключиться. І будемо розглядати блазня. Я підготувала декілька світлин. Привіт! Лілечка! Натуся Єрмак! Привіт, дівчатка! Ой, як класно! І Наталя Саприкіна. О, візерунки долі. Привіт, візерунки долі. Вітаю. Зараз поговоримо. Якщо у вас питання, будь ласка, задавайте. Так, є. Зараз Оля під'єднається, і в нас один буде сюрприз для вас сьогодні. Сюрприз. Зараз, я думаю, що Оля об'явить. Привіт! Привіт! Люнчик, сонечко, об'яви зразу за сюрприз, тому що, щоб підготовилися. Да, сюрприз сьогодні. Всім, во-первых, привіт. Я всіх поздравляю з довгожданими вихідними. Сьогодні у нас непростий ефір. Ми з пані Світланою вирішили, що для зрителей ефіру сьогодні буде розклад. Розклад називається, так як у нас сьогодні тема шут, ми будемо, в принципі, ми хочемо порозглядати некоторі аркани, і ми хочемо сьогодні предложити. Кто захочет, можете сразу же начинать писать вопросы или предложения, что я хочу посмотреть и меня, мы посмотрим такой расклад, который называется «Путь шута». Я его посмотрю, мы со Светой, в принципе, так как мы даже, когда делаем на расстоянии расклады, они для нас совпадают даже вплоть до того, что до каждой карты, всегда, в принципе, да, прорабатываются одинаково или проходят одинаково, потому предлагаю сегодня... Да, спасибо. Дякую. За огонь, спасибо. Сегодня можем сделать кому-то расклад «Путь шута». Что, как вообще, что показывает этот расклад? Это, ой, девчонки, пишите. Мы можем посмотреть, как движется процесс. То есть мы посмотрим на картах, какие вы уже процессы прошли, какие вы стадии прошли, что еще впереди ждет и где относительно финиша, да, где будете находиться или где находитесь и что осталось прожить. Мы очень любим этот расклад, когда мы, в принципе, практикуем все вместе, мы очень полюбляем порассматривать наши процессы. Дуже классно. Блюнчик. Я, дівчата, вже дівчатки пишуть, да, що хочуть. Цигельник, мені здається, 1902018 зробила запрос дівчинка. Давай, поки дівчатка збираються, ми швиденько пробіжимося по картинкам. Як тобі на це? Прекрасно. Щодо блазня? Я вже попідготовлювала, і, ну, їх, правда, багатенько, але якщо ми швиденько пробіжимось, то, можливо, буде це цікаво, і вони дійсно різні, але основа є основа. Шут, ну, блазень є блазень, це завжди хаос, це завжди початок, це щось таке стрімке, неймовірне, це така швидкість, і зачасту вона вривається в життя і несе щось завжди нове, чудове і досить приємне все ж таки, тому що нове і чудове це енергії можливості, да, то есть это хаотические возможности, конечно же, нужно приложить некие усилия и снова же сделать выбор. Это же правильно, это же только энергия, это только возможности, и от нас зависит, хотим мы прыгнуть с головой вниз с обрыва или нет, да? Я тоже подготовила, знаешь, и при том все шуты проигрываются интересно, что в принципе теория одинакова, а шуты-то проигрываются по-разному. Вони по-різному. Мы обожаем нашу... Почнем звати, так? Ну, всі знають, що молода людина, ось жовтий колір, мені дуже подобається, це завжди така надія на життя нове, і, ну, не хочу повторюватися, але це все всі знають. Лемах, якщо взяти марсельську, яку я, на жаль, не вивчила, але, ну, вона така щось складновата. Але знаєш, що мені так цікаво тут? Ти подивись на цей одяг. Такий паясо, такий шут-шутом,
традиційний, самий-самий перший. І тут цікаво, що він оглядається. Це Посмотри, дуже цікаво. Це. как с марсельского Таро потом перешло в Таро Уэйта, Так. когда он взял эти все цвета, и вот эти вот колесо сансары, куча колесо сансары он нарисовал, чтобы мы понимали, что это каждый раз это новая возможность, Так. это что-то новое, что приходит к нам, правильно? Ну, то есть это новое, новое, новый-новый прыжок вниз головой со скалы. Мне очень нравятся вопросы Логвинова, да? Там вообще два шута. И они, Логвином. да, прекрасный, прекрасный обычный наш шут, который вот шагает со скалы, и вот этот хаос, который врывается, ты прекрасно знаешь, когда врывается красный шут, вот тут уж прогнозировать вообще ничего невозможно. Вот здесь будет, берегитесь Ты все, хаос накроет экспериментовала? всех. Да, кстати, у меня, когда выпадает, вообще, в принципе, на клиентов, когда выпадает этот шут, что-то абсолютное приходит, такое непрогнозируемое, кирпич какой-то падает, и все совершенно меняется. Вот хаос прям меняет все кардинально, даже в ту сторону, куда не могли посмотреть. И он так и врывается. Даже люди по вот этому шуту приходят совершенно необычные, которые дают перца нам в нашу жизнь. О, я хотіла саме от в мене практично мало таких моментів, але щодо червоного цього шута хотіла сказати, тому що було дуже цікаві моменти. Я дійсно познайомилася з людиною, яка практично живе на червоному шуті. Це просто щось, тому я його вже дуже добре вивчила. Це дійсно хаос. Це абсолютно таке неочікування. Ти не знаєш, що тобі людина викине в якийсь определений момент. От. І я ще хочу сказати, що агресія. Дуже Да. агресивна карта. І Он якщо просто вона мені нежный, он випадає, не я вже знает знаю. краев. Да, Так. абсолютно. Я знаю, що це такий абсолютно буде агресія, і це ще не раз програвалося. Але саме, знаєш, який прикол був в моєму житті. Вона випала мені один раз на пораду, і я аж присіла. Що думаю, а що це я буду робити? А воно ж, коли енергія вштирює, ти ж не думаєш, ти навіть можеш забути, да, прогноз, Да. який тобі випав. І дійсно програлась на всі 100%. А настільки ця енергія настільки імпульсивна, і вона так заштирила. Але цікаво те, що вона мені дуже допомогла. В момент з буквально агресивним таким силою зупинити конфлікт. Ой, це було вообще А я цікаво. тебе хочу вот І такого шута показать. рівня. Смотри, как интересно. Доброго дня. Открывает, выходит из дома, взял все. Вот он уже готов. Вот тут совершенно другая история, вот здесь совершенно другой характер. Он взял с собой все, он вооружился. Немногим, но он вооружился. Вот та котомка на классическом шуте, которую он несет, вот здесь, понимаешь, вот собрал все, вот документы, ключи, он пошел. Он готов идти, он готов действовать. Вот он уже решился. Это не тот шут, который возможно. Здесь даже, возможно, и хаоса не так много. Смотри, он Так. даже дом, то есть он очень логично закрывает или ну, открывает, да, дом, чтобы вы. То есть открывает возможность, как вот Так, действительно возможность, відкривають входящая це в наш. нове, абсолютно, тому Да, що двері, да, да, і там да. подивись, ще дуже цікавий такий пейзаж, обалденний. Я хотіла в двох словах, я не знаю, чи ти, я думаю, що в тебе Да, всі таро є, конечно, ти да. розумієш, ти подивись на це колесо, Угу. і можна собі уявити, як воно почне крутитися, Пока, да, і пока крутится. наскільки там теж життєвої енергії, і щоб воно перекликається, ну, ти знаєш, Алістер Кроулі. Называйте колоды, девочки просят. Да, Предыдущая была Алістер Кроулі. вот эта І ти Алистер подивись Кроули, да. знову ці круги, але ти подивись, які вони тут хаотичні. І подивись, будь ласка, на ці стопи. Да. Він же ж не стоїть, він прямо в польоті. Просто И обалденні посмотри, такі речі. каждое Ну, колесо делает свое так. преломление, свое изменение. Вот он хаос в Так. процессе. В А это было, процесі. называется, Оксана. по-моему, ручное Таро. Есть у меня на Ага. YouTube-канале на моем обзор. Очень эта девочка, которая недалеко здесь со мной, оказывается, живет в штате, ну, Нью-Йорк. И я с ней имела общение. Очень интересная дама. Вот прям как создатель Таро, прям у нее такой свой взгляд, очень интересная. Так. Мне очень нравится, ты знаешь, Чиро Маркетти. Вот от кого я балдею. Не Ага. всегда он заходит. Но вот посмотри, вот он шут шутом. Знаешь, мы когда-то, еще как только мы вот только обучались, мы загадывали, у нас мы сами девочки между собой тренировались, загадывали какую-то картинку, и мы раскладывали на нее
Раскладывали, делали расклад, да, и вот у меня Так-так. когда-то выпала вот эта карта, думаю, ну что же она могла показывать, я говорю, ну, у меня такое ощущение, что это человек с картами, ну, может быть, фокусник, может быть, говорю, таролог, и наша девочка с нашего курса загадала нашего учителя, который вот видео, скриншот видео, когда наш преподаватель, наша Людмила Хомутовская, любимая, делает расклад и показывает карту, вот скриншот вот такого примерно момента, и вот эта карта мне показала, то есть оракульно, какой же наша Людмила Хомутовская шут. Нет, просто карта показала очень оракульно. Вот поддержка высших сил, Из вот карт она показала у меня в карта руках. информацию, вот она дала возможность карты, она показала возможность развития. Представляешь? Ну вот так проигралась эта карта. Я почему ее запомнила, я почему люблю это? Это снова же чиромаркете, колоды у меня, по-моему, у меня есть почти все колоды чиромаркете, но вот это одна из моих самых любимых. Здесь там еще и срез бронзовый. Девочки, название не помню, мальчики, смотрите, кому интересно, смотрите на канале, у меня на Визерунках Доли есть обзоры всех колод, где я очень высказываю честно свое удовольствие или свое, честно скажу, фе иногда. Ютубе, да, Оль? Да, Ну, YouTube, что это вам канал безумно. YouTube, да, есть ссылка у меня в шапке профиля, есть ссылка, переходите, прогнозы, обзоры колод, очень люблю Обзоры я, даже классные в да, тебе вообще, очень люблю, у меня бесподобные. как бы коллекция, не могу расстаться, уже думала ее почистить, потом говорю, нет, люблю, работаю на всех, люблю всех, Ні, наверное, не безответной залишай, любовью, да, звичайно. Я люблю конечно. передивлятися. Ти знаєш цю. Да, отличная колода, классный инсайт Таро Так. на І тоді основе сякий взлет. художника. Да, и посмотри, как он горит, посмотри, как у него голова горит. То есть вот эти все наши три первые чакры, Так. вернее, ну, как бы, если мы сверху считаем, да, то есть Так. у нас сахасрара открытая, аджна работает, вишудха, да еще и анахатная энергия, посмотри, он летит на этих Да, все, и энергиях. руки повністю да, запалені. Ну и, соответственно, это поддержка высших сил. Посмотри, какая там поддержка высших сил. Завжди. Возможно, заземления ему не хватает, Оля, как у шата. Завжди. Навіть якщо це агресивний шут, як у Логіна, все одно йде підтримка. Я не знаю, як це працює, но це працює. Пам'ятаєш твій сад чарівний? Обожаю, это тоже колода. А смотри, какой там крокодил скрылся. То есть Скрылся внизу. Пока у него Так, вот эта возможность, що, а а растет тебе на крокодил. хвості що, ти розумієш? Ти Ти розумієш, яка це ж все настільки чудово, там же ж така квіточка, я А настільки карта розумію, такий зеленая, фонарик. анахатная, смотри, Так. какая интересная. І от И вона манипурный цветочек, слабенько. желтенький. Так. Вот тебе, действуй, вот тебе Действуй. проявление манипуры. А я тебе другую историю покажу, смотри, Показывай. какой у меня мечтатель. О, яка прелесть, яка дитина чудова. Смотри, Це тут взагалі именно дуже вопросы класно. Юля шут. Репецька, доброго дня. Клас. Готова, готова. А який настрій скажи, у цієї дитини? Це ж весь світ, взлетел? да? Да, и он вот он летит, он мечтатель, ему стопов нет никаких, у него нет никаких ограничений, он возьмет все возможности. Вот, так. вот. Саме мрія, розумієш? От в мене прикликається ця карта, от саме коли ми мріємо, коли ми маленькі, і коли зароджується мрія, тому що я розумію, в певному віці, в дитинстві підлітковому, ми відчуваємо, ми пам'ятаємо, з чим ми прийшли, які задачі, ким ми хочемо стати. І ця дитина чудова просто А в цій колоді. Не Ну, хватає просто. Цієї інформації, коли ти вже набираєш опиту, а? Скажи, как мы забываем, что мы хотели сделать и как мы хотели стать. Смотри, славянские легенды. Он пришел искать цветок папоротника. Это поляки, создатели этой Класс. Колоды, но они мне очень такие, ну, я так понимаю, все равно же народы где-то все-таки с одной историей. Да, и вот так. они ищут, они, он ищет вот этот вот цветок папоротника. Он ищет вот эту вот тайну, да? Но Эссенцию, снова так. же, посмотри, Життя. да, он, Оце смотри, он на тайна. обрыве. Так. Он на обрыве, он может упасть в любую секунду. И луна светит и говорит нам о чем-то скрытом. Здесь не солнце, здесь луна, здесь совершенно... А да, саме кстати, про крокодилы духовне, в жизни розумієш, точно. Это про точно. эзотеричний, да, Да, вот здесь именно сенс. вопрос, что сорви цветок. Вот тут вот возможность, кстати, на этой колоде действительно очень классно. Это славянские легенды от Таротека студия колода. Это, если знаете, вот такое или там вот другие бывают рубашки. Но вопрос в том, что на вот этой колоде очень хорошо рассматривать эзотерические расклады. То есть туда поглубже, не обычную нашу как бы жизнь, когда мы смотрим прогнозы все, Так. а именно эзотерические расклады очень интересно раскладывать. Оля, там дивись, очень много... ти пам'ятаєш, я Да, веду да. тебе. От этой колоды у меня еще нет, она в пути. Дуже
Цікаво, ти мені подарувала, тому що це твоя, я кажу, ти пам'ятаєш, тому що це Да. твій подарунок. Але от перекликається, да, з тим же, що ти коментувала, в руках Да, в карти. хіромаркеті. Так, так. Людочка Вот тоже, смотри, такое приєдналася. очень активное, такая активность какая-то такая интересная, знаешь. Но мне еще очень нравится вот эта колода. Это снова же, я не помню название, но снова же есть все это. Вот он идет прям по краешку. Бачу, бачу. Такой рисковый мужчина. Там вот тут, смотри, тут какой-то вурдалака его поджидает. То есть есть вопросы, но он под защитой. Встает солнышко, он под защитой высших сил. Ти уявляєш, яка відважність? Тут же Понимаешь? ти не думаєш, Вот именно, да. Вже что не думаєш, от тут енергія, я не думаю. дуже-дуже гарно. Ну, взагалі, дивись, ще один. Типа знову Да, твій да. подарунок, бо я твої подарунки зібрала. От. І стільки, ну, Эта колода це. тайного особняка тоже от создателя, поляки создали ее, Так. Таротека студия. Обожаю эту колоду, очень рабочая. Но посмотри, его высшие силы в виде собачки. Посмотри, его привязали, его держат, страхуют, чтобы он не свалился. Потому что он в хаосе, у него в голове цирк, понимаешь? Обезьянка играет на вот этих Вот, тарелках, да? так. Саме ну, я саме з художньої точки зору просто балдію, як художник, як роблять люди, як вони відчувають. Давай ми Любині розглянемо, тому що вона дві колоди, ви знаєте, мастер Таро нашої Любочки. І У меня тоже она есть. так, нульовий Вот, вот эта так, идея і мне двадцять настолько другий. зашла, да, вот посмотри, какие они два разные. Вот Так, нулевой он тільки маленький, початок маленький, да. так, ну і дуже легко, звісно, коли в колоді такі карти, тому що дійсно початок, і ти вже приходиш і виходиш на мага, да, до На закінчення новый якоїсь уровень, абсолютно епохальний новый такий. уровень, да. Дуже класно. І я зараз, в мене під руками, я зараз другий, тому що друга колода теж нашою. Темно. Видно, да? Да, Теж прекрасно мені видно. И снова же подобається, що интересная колода. А нульовий посмотри, 22. если еще там, где маленький, там собачка сидит за спиной, а впереди уже Так. собака сидит впереди, она уже на стреме. Собака тоже подросла, и тоже у нее уже свой опыт появился. Так. Ліля пише, класна ідея, Люби, так. Да, абсолютно. Мне очень І заходят ее зовсім карты, інакше. І но, навіть кстати, енергетика, правда? Дивись, якщо тут це дійсно ще якийсь початок, Кстати, а солнышко подивись встает, на. а здесь Так, такая так. мгла после битвы, Мгла. знаешь? Вже такий шлях пройдений, правда? І от такі Абсолютно. енергетика. Як я тобі можу сказати? Вже я не відчуваю тут хаос. Тут дійсно переход на мага, і енергетика така таїнственна, сумрачна, і більше мені чомусь на жрецю, знаєш, я не Скажи, как знаю он чому. перешел спираль, и он на следующей спирали находится. Он, возможно, на том же, то есть на начале, но он уже на шаг выше, знаешь. Так. О, Любочка, привет! Да, в 22-й шоу шут дошел до День императора, пирата. точно. Очень, кстати, Бачиш, классная, Люба, мене. идея. Мы, к сожалению, Люба, не знакомы лично, но вашими колодами я очень увлекаюсь, они меня Наталя очень, Орленко для да. того дня. Так. Очень такое, очень сильное мне, на всяком случае, мне дает очень сильное вдохновение для работы. И очень много информации. Снова же, Привіт. когда входишь, вот когда ты видишь эти два шута в раскладе, ты понимаешь, куда человек двигается. Так. Потому очень легко на них работать. Но, во всяком случае, я считаю, что нет нерабочих колод, есть безрукие тарологи, но бывают колоды, которые должны отлежаться. Вот с Любой, кстати, как-то с первого взгляда любовь произошла. В смысле, не с Любой, а с Любаными колодами. Лілічка пише, любов вогонь, це Да, правда. Люба, огонь, это Так що точно. ми дякуємо за такий ваш труд, обалденний, И очень вообще це практикуем. безумно. Очень Так. мне еще нравится колода Грааль А ну-ка забытых покажи. историй. Вот тут он, смотри, как будто рассыпает какую-то, посмотри, зеленую. Вот для меня все равно зеленая – это анахатная энергия, Так, да? воно так Это і є. Це так, сакральные, енергія любові да. життя і любові до життя. І Он любит однозначно. всех. Я, знаете, вот у меня такой, это, наверное, ассоциация с таким немножко подвыпитым подростком, который я так люблю всех, я так себя люблю. Знаешь, вот Є именно, такі. а высшие силы смотрят на него сзади, смотри, вот эта собачка смотрит, говорит, господи, лишь бы не впав. Ну, Лиш би вот не так впав. вот. Да, да, Але да, да. це правда. Це правда, тому що в мене
просто так склалося життя, що дійсно дуже багато людей з лучом шут. І це така, знаєш, безмірна любов. Я просто дивуюсь, така дитяча. Те, що ти от сказала, так воно є. Це просто чудово. Давай ще Сфорса, я тобі... Бісконті Сфорса. Те, що ми обсуждали. Ага. І так, да. І подивись, який він тут, ну, все ж таки підліток, якщо порівняти, да, з іншими, да, хоч і такий дорослуватий, але подивись, як в голові пір'ячко носики, я розумію. Ну, це ж у нього знову ж, це ж ідея, це ж знову ж якесь от таке... Це повністю відчуття, да, так, відчуття, да, космосу, Всесвіту, тому що вони дійсно поточні, вони дійсно на, ну, на підключенні Всесвітом. Поточні — це не те слово. Ще те, що я тобі казала, те, що ти ще не знаєш. Знову метабарон, то я да, познайомила з Ходоровським. Кстати, колода на минуточку, сейчас цена колоды зашкаливает более $200. Я посмотрела, как бы можна буде Олег, да, варт сходити, да, в тяжкі, важкі часи. Ти подивись на цього, що там. Ти подивись на цей прыжок, який, не знаю, от там відчуття. Спиною, він даже ж не видить, куди прыгати. Посмотри. Так. А зараз перейдемо, ну, класно, дуже класно. Одразу моє любимо. Да. І ти знаєш, як я озвучую? Тому що я не ліг. Світлого провідця. Світлого провідця. Тому що саме із-за шута я купила цю колоду, навіть не роздивляючи, побачила цього шута, тому що я відчувала шута саме спиною, і я падала, коли проходила медитацію, і по хмаринкам ходила, ну це відчуття, коли ти падаєш, і знаєш, що тебе Всесвіт підхопить. Ну, кстати, а если прорабатывать енергію шута, как насчет розрушення блоків? Как оно дает взлететь? Hola, Vaco, amigo. Estamos en ucraniano y ruso hablando sobre el tarot, cariño. Muchas gracias que estás con nosotras. Gracias, corazón. Але ж там дуже багато речей можна робити, обнулювати дійсно блоки, прив'язки, які ми не можемо від чогось відмовитися і тащимо, да, цей груз за собою. А, да. З медитацією пані Хомутовської це, звичайно, ну, ти знаєш, як воно працює. Дуже потужно, неймовірно, сильно. Я пам'ятаю, коли шутами проходили на першому курсі, і я малювала картину таку серйозну. Мама моя родна, як же ж було мені важкувато з цим, тому що енергії шута зашкалювали, я не розуміла, що зі мною коїться, і я без кінця здирала слой за слоєм фарби. Це щось неймовірно, дуже цікаво. Але зазвичай чомусь в мене був такий стан, що я не розуміла, де я, що зі мною. Знаєш, цей контроля не було абсолютно. Тобто в мене все і все. Ну, а з другої сторони, наскільки круто можна взяти можливість з пространства? Взагалі у тебе нет ніяких стопів, ніяких блоків, ти просто береш енергію пространства. Поток, точно, точно. Поток, поток. І плити по течению, да, як кажуть, да, по, да, по, да, сплаву річки. Спиною упасть і плити по течению. Ну там, он действительно падает спиной. Ти посмотри, какая интересная. Обожнюю. Вот, действительно интересно їх прорисовали. Да. Ой, да, это вообще... Да, это отдельная песня, девиантная луна. Угу. Это, вот, кстати, очень хорошо смотреть военные действия. Я пытаюсь не смотреть в общий завал, как жесткий, говорится, да. Но, да, они, конечно, как покажут, вот именно вот этот, вы посмотрите, какой у него даже ноги выкручены в разные стороны. Ну, то есть, о каких правилах, о каких стопах мы вообще может идти речь? Лидочка знала. Чередниченко, моя сонечка така дівочка сладка. Коли я малювала її тотему, це ще одне було задоволення, така енергія чиста-чиста. Світ, а які тотеми, извини, я тебе переб'ю, а які ж тотеми по шуту йдуть? Ой, ти знаєш, з хаосом, я не знаю, чому мені зараз іде жир птиця, я не знаю, чому. Ну, бо вона, знаєш, така, як то, хоча вона більше, можливо, на смерть, ну, на відприродження, але смерть вона повільна. А жерптицю я все ж таки бачу дуже швидкою. Ну, видиш, дуже швидкою. У мене жерптиця, ну, більше в силу уходить. Ну, в смислі,
Там таке. Річ у тім, що я її бачила, до мене вона приходила, коли мене оперували, знаєш, саме від ракової хвороби. І оце обнулення було таке сумасшедше, класне. І оцей вогонь, от вогонь і спалювання, і оцей пепел, розумієш? В силі цього нема, там просто вогонь. А тут, коли йде, тебе анулюють до пепла, нічого не лишається. І це правда. Оля, це була жесть. Тому що я все, знаєш, якось чомусь на відчуттях не езотеричних хотіла. І дійсно, в мене так чомусь, ну я можу помилятися, ну в мене інше нічого поки що не приходить. От, ну не то, що ж, ну, птах Фенікс, щоб не так же, да, птиця, як птах Фенікс. Так. Я поняла, чому. Ну то ж тот, хто восстанавливається із пепла. Так, 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 так. І це такий, знаєш, ну я не знаю, ну що ще може бути. Якщо взяти трансформацію, можливо, це трансформація, але вона мені завжди чомусь дуже повільна і дуже, знаєш, така не підходить. Ну, добре. Лілін подарунок Ошу. Подивись, те, що ти показувала, як він іде по краю скали, дуже перегукується. І я, ти знаєш, я в 100% чомусь впевнена, чисто щитою, що художник може не знати, не бачити. Абсолютно. І так у нього в руках, у нього в руках этот цветочек, он только на этот цветочек, так, знаешь, я обращаю на него внимание, и все. У меня больше я ни на что, я абсолютно. И мне больше ничего не надо. Ідея в просторі. І просто декілька людей, неважно, вони можуть бути на абсолютно за тисячу кілометрів і малювати дуже те ж саме, те, що в нас виходить, що ми так ти ж смотри, да, так ми читаємо однакові. Карти, да, да, абсолютно. Ні, так ти, коли художник, коли тобі йде ідея, ти ж точно так же, ти йдеш, у тебе вот эта ідея, все, ти більше нічого не бачиш, ти не бачиш ніяких стопів в пространстві. І ти щитуєш, ти пам'ятаєш, ну, я колись озвучувала, коли ми говорили за ці ідеї, да, коли в полі появляється, коли я малювала, робила малюнок один такий цікавий, і там покривало я робила, ну, такі, в мене була серія еротичних робіт, і я там місяць, зорі, і якось так все, ну, це олівцем, і я приходжу на роботу, і зараз спокійний викладач, мій сотрудник, і він каже: Свія, а в тебе що, теж таке покривало? Я кажу, я вчора цілий вечір його длубала і не знала вже, куди ті дозорі запихувати. Я кажу, як це в мене? А він каже, а в мене такі є, мені з Німеччини тьоща привезла. Я представляєш, як вчитується пространство? Це ж не все ж інформація пространства. Так. Давай ще за сад. Знову. Кстати, да, очень классная колода. Я, кстати, то, что я хочу смотреть на... Да, 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 да. А красное перо? А красное перо, какое у нас в голове, как он горит? А посмотрите, там же у него же еще за рюкзачком, еще у него там кто-то летит за ним. Очень классная колода, тоже я ее очень люблю. Дякую тобі, ти знаєш за що. Тому що ну, люблю я така розбалована, да, подарунками стала. Ну я приймаю, я вчусь, я просто... Ми з тобою вже обсудили, колод должно бути много. Те, що ти ще не знаєш, супер легке таро, ну, на жаль, зеркальне відображення, але цікаво тобі буде. Ти подивись, який тут нульовий аркан блазень. І написано Деспіста Генераль, це повністю непонятно, повністю непонятно, де? І тут психіатрія. Ну, уявляєш, як цікаво. От, а перевернутий, якби тупиш, ну, одне слово, щоб я тебе довго не затримувала, і добігаю до кінця, це тебе точно нема такого таро? Чи є? Ні, так. Такого нет. От такого у мене ще немає. Так, цікаве, дуже класно. Я не знаю, чи, ну, подивимося, чи є англійською. Подивись на цьому, що там. Посмотри. Він в такому польоті, да. Але подивись, кого він там, орли, не знаю. А посмотри, а світ-то зверху все равно є. Так, от тобі зверху даний этот вопрос. Повністю бачиш злет, да, орла. Бачиш, так, тут певна, да, така карта, угу, але... Повністю повторює, дуже цікаво. Така колода мощна, цікава. Так що, я тебе ще хотіла показати. Розкажи, мені що очень... в тебе ще є, бо я так...
Вот колода, которая называется «Таро четырех сказок», вот снова же Таротека выпустила, они выпустили чисто на колоду с четырьмя сетами, с четырьмя наборами только старших арканов. И я очень люблю А, я смотреть... пам'ятаю, розглядала. Да, это точно. Лана, не Лана, в каждом магазине такое Таро есть, Шпак, не Лана, набор. Шпак, доброго дня. И мне Скажи, очень нравится, я отобрала, я, потому что я сейчас смотрю как бы месячные расклады, и я отобрала один сет, на котором вот я хочу посмотреть, кто там у нас выпадет, посмотреть путь шута. Как-то. Но один из сетов, то есть один из наборов, вот такой вот шут, посмотри, он оторвался, он не то, что там заземлений нету, там нету, он уже все, он уже, посмотри, еще красный. Суциком, брат. Понимаешь? А высшие силы называются, деваться некуда, будем поддерживать, будем защищать. Будем или Таты. Да, 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 да. Очень люблю тоже эту колоду. И посмотри, какая вот там вот антураж есть такой. Ой, красивый. Як мені подобається план задній, так. Очень снова же красивая колода. В смысле, это, вот этот сет. Там четыре разных сета. И я очень классно смотреть на семь тел. На 7 когда тел, у тебя так. есть четыре варианта аркана, у тебя может выпустить четыре смерти, четыре повешенных. Ну, то есть все, как мы любим смотреть во всех... Если ты гарно сидишь, то оно тебе выпадет по полу. Выпадает на всех сферах. Ну, вот, вот как бы это как уже моя была доработка. Да, да, остановите землю, я сойду. Это точно. Заклонить класс. Землю. Да. Итак, давайте посмотрим, кому, Света, давай выбирай, кому будем смотреть. Так, зараз у нас дівчинка, зараз я її шукаю. Так. Напишите свой вопрос. Або напишіть, будь ласка. Напишите да. вопрос, на который бы вы хотели посмотреть, мы как процесс можем посмотреть. То есть на какой... Цигельник, Цигельнюк, так, напевно, Цигельник. Вот, девушка, 1, 9, напишите 9, ваше 9. Имя и напишите, напишіть... какой процесс вы хотите посмотреть. Мы посмотрим. Так, напишіть, будь ласка, запрос, да, и Оля будет дивитися. Зараз мы чекаем запрос, поки мы чекаем. Ага, так, напишіть, будь ласка. Знаете, еще хотелось бы, да, хотелось бы, знаете, по поводу, допустим, даже самой банальной карты дня. Что происходит, когда ты вытаскиваешь себе на карту дня шута, вот обычного, не красного шута, мы знаем, что это будет день перед. Ничего. Как это? А ты знаешь, вибач, что ты перебью, но ты же знаешь пацифизм, да, вечно. Ой, да ладно, якось так всіх шкода, да всіх свої, там, своя мета, своя задача, свій процес розвитку. А коли мені вийшов червоний шут, і я думаю, офігеть, а в мене ж теж щось для мене має випасти, я ж теж маю захистити, да, свої кордони. Так що все клас. Так, так, Наташа, девочку зовут, и процесс розвитку особистості і втілення мрії. Давайте ми будемо смотреть, розвиток особистості – это хорошо, но не для этого расклада. А вот втілення мрії, то есть исполнение мечты Натальи. Так, исполнение мечты Натальи. Так. То есть, каков смысл? Я отбираю несколько карт из старших арканов, я снова же их перемешиваю, у меня здесь их осталось 7 карт, и там, где выпадает шут, он говорит, насколько быстро или на каком процессе исполнения мечты находится, на каком процессе исполнения находится ваша мечта. Так, Светлана, сегодня вы писали мне. Так, да, мое солнышко. Это делает вид, что у нее амнезия. Я читаю завжди Ніки с таким жутким трудом, якби в мене, Натуся, було ваше ім'я, і я вашу фамілію не буду озвучувати, я її пам'ятаю, я б легше прочитала. Так, смотрим. Ну що, погнали. Первая стадия, то есть мы посмотрим, где у нас будет шут на вот этих 7 карт, мы будем смотреть, где, на какой степени исполнения мечты. Что вы уже прошли? Вы прошли императрицу. Императрица говорит о том, что пришла уже энергия, пришла гармония, скажем так, это пришло достаточно, ну, не без всяких стрессов, это пришла, вот мечта пришла, это то, что вы должны будете исполнить. У вас есть все, в принципе, вся земля, все основания, чтобы мечта исполнилась, уже у вас есть. У вас, самое главное, есть энергия для ее обеспечения. Я так подозреваю, что мечта именно, ну, естественно, она будет касаться вас. И, знаете, здесь я так понимаю, чего-то, где вы укореняетесь, то есть вопросы именно в земле, то есть
Если вы сейчас напишите, если вы можете написать свою мечту, давайте, чтобы мы уже конкретнее говорили, напишите, какая же была мечта, и вот мы и посмотрим. То, что гармония на ее и энергия на ее исполнение уже пришла, и высшие силы ее уже дали, и дали вам гармонизоваться, это уже как бы стадия прошла. 100%. Я знаю трішечки, але ти попадаєш, Оля, я в шоці, Дальше дійсно, пошла імператриця. трансформация. Клас. Прям начала отмирать то, что не должно быть. Я так понимаю, что пошла изменение, в принципе, трансформация мечты. То есть то, что вы хотели, возможно, что-то пришлось видоизменить, прям что-то тяжелое отпало, и осталась вот та искра, вот тот росточек, который должен был бы реализоваться. Я так понимаю, что пошла изначально как трансформация окружающей среды, так и трансформация вас. То есть вы начали очень сильно меняться, что-то пошло именно, знаете, вот самое главное начало выживать. Вот то главное, то, что нужно для осуществления мечты, то, что сделает вас счастливым. Вы уже вышли на дорогу своей мечты, вот вы уже знаете, маяк уже явно перед вами, но интересно, я могу сказать то, что какая-то, это да, была достаточно долгая стадия, и вы ее уже прошли, потому что шута я пока еще не вижу. Дальше у нас была Луна, то есть была явно какой-то стоп был в процессе, когда вы делали шаг вперед, два назад, когда вам, скорее всего, ваши окружающие рассказывали, да зачем же оно тебе надо, да и так хорошо же жили, да ну что ж такое, вот то есть было какое-то влияние окружения, тайна, покрытая мраком, где-то вот вы могли уже быть за шаг до того, чтобы сказать, да зачем же оно мне надо, и вот готовы были бы сдаться, но все-таки, подняв голову, увидев снова же свою вот эту полярную звезду, вы, скорее всего, возвращались на пути своя, на свою реализацию. Потому что энергия императрицы впереди – это уже, знаете, залог успеха на реализацию, на исполнение вашей мечты. Но периоды проседания были. И вот посредине вышел наш шут. То есть говорят, что вы уже половину преодолели. Я так как по арканам, я смотрю, что преодолели вы не из приятных ситуаций. То есть именно такие негативщины вы уже, в принципе, преодолели. Вы уже реализовали какие-то свои уже, скажем так, энергию, которая идет на исполнение мечты, вы уже начали преобразовывать, вы ее уже начали брать в дело. Вот ваш шут, который готов прыгнуть с обрыва. Уже он, смотрите, он уже подпрыгнул, чтобы прыгнуть с обрыва, чтобы уже начать осуществлять вашу мечту. Давайте посмотрим, что же еще нам предстоит. А предстоит нам солнышко. Но для начала оно вам даст что-то, даст главное понимание. Во-первых, вы получите энергию для реализации этих вопросов. Во-вторых, для вас откроется что-то очень важное, что было для этого скрыто. И прям, понимаете, если это была какая-то раньше звездочка, то потом оно станет для вас солнцем. Вы начнете на это, то есть оно вас будет греть, и чем ближе подходить, тем больше, тем жарче, тем больше энергии и больше в реализации. Могу вам сказать точно, что вы на правильном пути, и, в принципе, высшие силы вам способствуют в том, чтобы вы реализовались. Мир, который, в принципе, говорит, у нас еще одна карта, которая говорит, вот она, ваше исполнение вашей мечты. По-моему, знаете, логичнее здесь ничего невозможно. То есть осталось получить, что для вас откроется какое-то что-то должно для вас открыться, какая-то дверь должна для вас открыться, и вы уже получаете, вот оно, осуществление мечты. Мне просто интересно, что же за карта осталась. Император. Я так понимаю, что вы идете Класс. к своей цели на построение именно себя, своей империи. Здесь очень может быть карьера. Здесь очень может быть вопросы именно шагов, если мы говорим в развитии, то это вы уже знаете, что вы хотите. Вы уже начали расти, уже начали работать на себя. То есть здесь, если мы говорим по поводу мечты, посмотрите, после исполнения мечты вы как император довольны сидите. По-моему, вот знаете, больше Класс. высшие силы повлиять бы, наверное, не могли. Вот именно вам Наталья дает сейчас интересное развитие. Знаете, даже вот могу сказать, что тяжелое вы прошли, осталось теперь насладиться процессом Саме реализации. круте починається, правда? Да, Оля, самое вкусное, самое вибач, я тебе интересное. перебиваю, но ти просто Я, прелість, к ти собі сожалению, не уявляєш. не знаю ситуацию, почему, когда я работаю с людьми, я всегда, ну, то Це есть у нас идет круто. диалог. Це дуже круто. Ти попадаєш в десятку і дійсно, ну знаєш, що саме класне, я хочу сказати? Це на На руках носять класно. ручках носят. Ну, скажу, если вы император, вас, конечно, на ручках будут носить, потому что будет так, как скажете вы. Но солнышко, посмотрите, солнышко это уже говорит о некой семье. Вы знаете, что я не знаю, знаете ли вы, знакомы ли вы с Таро, но по солнышку вот как раз приходит это счастье. И часто очень по солнышку приходят детки к нам.
И вот такие детки, которые благословенные, знаете, никогда мы выпрашиваем долго и нудно детей, они не идут в нашу семью, не опускается к нам душа. А, да, добрый вечер. Ой, спасибо, на 105% мы попали. Я могу вам сказать, что остался... Ну, вот эти две карты, в принципе, могут говорить о некой беременности, потому ожидайте сюрприза, якщо благословений. Планує, знаю, да, вот здесь именно планированные. Ну, дивись, Оля, що я хочу сказати? Просто це не дивно, що такі карти вийшли, тому що, що мені подобається в Наташі, що вона зрозуміла, куди має рухатися, і вона все зробила. Ти розумієш? Вона почала діяти. І я в шоці, наскільки людина сильна, наскільки вона себе акумулює, і вона потихеньку, дві, я говорю, в мене ж мурахи, і імператор. Посмотри, даже нам искусственный интеллект говорит, что император нам говорит, что, ну, Наталья, это вам был знак. Вы прекрасно понимаете, что вы сильный человек, как вы скажете, так и по итогу вы выходите. Так склалося, так її доля, що дійсно вона має бути імператором. И здесь именно тот человек, который собирает вокруг себя необходимых себе людей. Знаете, если мне нужен человек, который меня будет носить на ручках, то он будет рядом со мной. Вот это действие императора. Если мне необходим человек, который будет оплачивать все мои хочу, мы девочки, нам нужно оплачивать платьишки, это тоже может быть, вы как бы снова же, ваше желание будет закон вашему человеку. Ну, то есть для окружающих, скажем так, не только одному человеку, а здесь бы, я бы сказала. И это правда, что действительно нас середині шляху, де блазень вийшов, ну я дурію від цього таро. Ти розумієш? Ніта таро, доброго вечора. Приєднується дівчатка. І Валентинка, доброго дня. Клас. Ну, самое главное, что Наталья пережила уже а императрица. Если человек говорит о семье, то изначально она первая показала императрицу. То есть человек захотел быть императрицей. То есть, а это гармония. Гармония во всем. Что бы человек ни пожелал. Так. Потому как бы... Дуже класно. Вот почему я люблю Шута, он, да, он хаотичный, он иногда дает нам перца, он прям максимально дает иногда волосы дыбом. Ты приходишь домой, а у тебя волосы дыбом стоят от того энергии Шута, которая тебя весь день, тебя терроризировала. Но ты потом в итоге понимаешь, что все хорошо, это было для чего-то дано. Мы же не спрашиваем, а за что нам? А для чего оно нам? Ну так, так, в принципе, логичнее жить, правда же, да. Пані Світлана? Да. Так, Натуся пише, ви прям зробили мені мій день. Дякую. Клас. От, значить, день прожит не зря. Ти що? Я тобі вдячна, це справді подарунок, тому що такі таро-прогнози і інформація, вона настільки чиста, вона настільки потужна, вона настільки вражаюча. І коли, ти знаєш, скільки я відчувала, коли ми знімаємо інформацію, йдуть дуже сильні енергії. Абсолютно. Якщо ти звертала, я тебе можу сказати, навіть фізично зараз я відчуваю, енергію йдуть, мені прям... Так. Да. Правда ж? І знаєш, що я тобі ще хотіла так, два слова? Щодо прогнозів, коли розгортаєш карти, і йде ця енергетика, і вона тебе надихає. Абсолютно. Вони також вищі сили дають енергію на... Да, дуже часто. Шути приходять і гусями, і вампірами, да, согласна абсолютно. Кого за день не зустрінеш, да. Філя пише. Іноді такий зоопарк приходить, що, ну, а з іншої сторони, а як без наших гусей і вампірів можна жити? Хочеться сказати, на дальнейше ми будемо продовжувати розглядати аркани, я так підозрюю, ну, якщо у нас був Шут, то, я так розумію, логічно буде мій улюблений маг в следующий раз. Так. Добре. Обожаю мага, это одна из моих любимых карт, не просто так, есть на это причины, потому мы приглашаем всех на следующий эфир, я думаю, мы обязательно придумаем какой-нибудь еще, не придумаем, мы возьмем наработанный расклад, потому приходите на эфир, где-то он будет в одно и то же время, в субботу вечером, мы приглашаем всех. И благодарим, я благодарю тебя, пани Светлана, я знаю, что мы с вами, как-то... сработанный организм, и я так понимаю, что по Шуту, пани Светлане, давно уже пришла интересная идея, вот я теперь пытаюсь, чтобы пани Светлана из Шута перешла, эта идея у пани Светланы в мага перешла. Добре. Треба виходити, да, котомку треба брати в руки, розгортати. Брати в руки, я знаю, що я попробувала цю енергію на собі, ми тренуємося на кошках спочатку, а потім ми виходимо в люди, правильно? Тому, пані Світлане, беріть жезла і беріть люмінескату і давайте нам всім інсайти від вищих сил. Домовилися. Дякую. Дякую за зустріч, Оля. Дуже вдячна тобі.
В тебе така неймовірна енергетика, вона надихає, вона, чесно кажучи, знаєш, так розкриває крила. І це одне Я сьогодні з задоволення. крилишком. Гарненька, така квіточка. І тому дякую за щедрість, що ти ділишся своєю енергією, надихаєш. І я думаю, що дівчаткам сподобалось, хлопчикам також, якщо хто хоче, приходьте, пишіть нам. Є бажання, давайте питання, підготовимося, якщо що, Обязательно. Да, рассмотрим. І будемо далі рухатися. До зв'язку. Все, всем удачи и пока. Подписывайтесь, кстати, не забывайте подписываться на наши каналы. У пани Светланы очень крутой канал в Инстаграме, очень крутой канал в Ютубе. Переходите по ссылкам в профиле. Очень много информации для людей, которые растут, которые интересуются и которые хотят знать больше, чем просто показывает телевизор, скажем так. Так, дивись, ти бачиш, я навіть не задумувалась. От чому мені подобається твоя проницательність, така магічна мага. Я просто балдію. І дійсно, якщо хто хоче знати за енергії, які в нас присутні, які в нас є, прослуховуйте. Є. В Ютубі воно більш просто класифіковано. Є плейліст щодо тотемів, щодо енергії, які ми маємо, несемо собі. Можна користуватися, там деякі паути дають, тобто направлення, як можна і що воно означає і так далі. Оля, всім слухачам, хто улюблює, полюбляє таро і особливо нові колоди цікавіші, і як трактуєш ти, Оля, як ти їх розпаковуєш, дівчатка, заходьте на YouTube до Ольги. Це просто, знаєш, таке враження, як то ти відкриваєш подарунок, а що ж там, воно ж запаковане, і так, і коли раз, і твоя поточність, це, ну, таке враження, що я з тобою лечу разом, розумієш, за твоїми словами. Зараз буде реклама. Сейчас еще и выходят, ну, они давно выходят, но прогнозы на следующий месяц уже начинают, по-моему, с этого вечера уже начинают выходить. Так что заходите на каналы, очень много интересной информации. Добре, мне подобается. Всем удачи и пока-пока. Всем до побачення. До зустрічі.